Коли я прийшов, я думав, на другий день ми будемо всіх саджати. Всіх корупціонерів. Сейчас министр обороны, Министерство обороны самое хлебное место в Украине, вот в этом вот смысле. Всем здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать вам ту вещь, которую анонсировал на стриме. Просто удивительная статья появилась в New York Times, которую тоже упоминали в украинском медиапространстве, но почему-то эту тему не сильно развивали, а ведь она на очень многое проливает свет. Но, скажем так, чтобы придать этому больше красок, я хочу вам прочитать то, что выставило себя в телеграм-канале утром, да вы это, в принципе, наверное, везде видели. Значит, починаємо операцію «Єдність». United 24 повернись живим та Монобанк об'єднують зусилля, щоб зібрати 235 мільйонів гривень на 10 тисяч дронів камікадзе. FPV-дрони придбаємо за кордоном, в Україні їх доукомплектуємо бойовими частинами на 57 мільйонів гривень. Саме ці дрони зараз потрібні на фронті, саме вони змінюють хід подій. Возглавляє цю эту історію Михаил Федоров, міністр цифрової трансформації. Ну, по-моєму, він уже год в інтерв'ю розказував про армію дронів. Вот-вот, сейчас, ну, тільки там спустя півтора года начали прийматися якісь речі, які облегчають производство дронів, хоча і півтора года, і все одно результатів не видно, тепер очередной збор денег. Ну, сейчас вопрос не в этом. Я просто хочу вам рассказать то, что написала New York Times. Итак, компания, связанная с бывшим нардепом Сергеем Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия в Украине. Сообщается, что фирма «Украинская бронетехника» продает ВСУ гранаты, артиллерийские снаряды и ракеты через европейскую сеть посредников. И в прошлом году вышла на рекордный объем продаж, внимание, – 350 миллионов долларов в сравнении с 2,8 миллионами годом ранее. По данным New York Times, эта компания сейчас под следствием. Власти изучают ценообразование фирмы и ее отношения с официальными лицами, занимающимися закупками, рассказали два чиновника. В августе в офисах одной из госкомпаний прошли обыски в поисках улик против украинской бронетехники, у которой есть контракты на десятки миллионов долларов. Сеть компании Пашинского занимается куплей-продажей оружия через посредников, пишет New York Times. С каждой сделкой цены растут, как и прибыль соратников господина Пашинского, до тех пор, пока конечный покупатель, украинские военные, не заплатит больше всех. Это проверенный временем способ увеличения прибыли, пишет издание. По данным источника, большая часть денег на счета, связанные с Пашинским компанией, поступает из европейской помощи. Но европейские и американские официальные лица не желают обсуждать господина Пашинского, опасаясь подыграть нарративу России о том, что украинское правительство безнадежно коррумпировано. Однако в частном порядке они говорят, что возрождение таких фигур, как Пашинский, является одной из причин, по которой американские и британские правительства покупают боеприпасы для Украины, а не передают деньги, говорится в статье. Сам бывший нардеп опровергает причастность к украинской бронетехнике, но New York Times оспаривает это. Высокопоставленный чиновник по закупкам вооружений говорит, что когда правительство хочет купить у украинской бронетехники, оно ведет переговоры с господином Пашинским, говорится в статье. Давайте еще раз. 350 миллионов долларов. Крупнейший частный поставщик вооружения для нашей армии. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, сколько из 350 миллионов долларов украдено, прямо говоря? Таким способом накручена цена, как я вам только что из этой статьи, из перевода рассказал. Я считаю, это просто мои догадки, около 100 миллионов долларов. Но утром сегодня объявляется очередной сбор на дроны. В совокупности 250 миллионов гривен. Ну, друзья, это менее 10 миллионов долларов. Намного меньше даже 10 миллионов долларов. То есть для государства, и это объявляет целый министр, у которого есть министерство, это просто гроши. Это копейки. В то время, когда вы Пашинскому по завышенным ценам, очевидно, как выплывает из этой статьи, платите 350 миллионов долларов. А теперь давайте, ну, расскажу вам, кто такой Пашинский. Биографию не хочу дословно повторять, вы все знаете, кто это такой. Но чем он примечателен? Он однажды на дороге, был конфликт, он выстрелил в человека. Вот просто он посчитал, что он какой-то особенный парень, а я слышал, что это чмошник редкой масти. Он просто-напросто выстрелил в человека. Это был громкий скандал. Посмотрите, что на этот счет пару лет назад говорил лично Зеленский. Когда я пришел, я думал, на другой день мы будем всех саджать. Всех коррупционеров. Причем первые наручники, которые надели на меня, все вокруг сказали, ай-яй-яй,
Ай-яй-яй, президент не має права впливати на правоохоронні органи. Я. Окей. А я можу збирати нараду і говорити з правоохоронцями, які в них дії? А так можу. Так це за закон? За закон. Угу. А якщо ходить бандит по вулиці і мені дзвонять всі і кажуть, ця людина вбиває, там, бреше, вона була депутатом, я можу їм сказати, де посадки таких людей? Ну, ви можете, але дуже обережно. Тобто я повинен ще підбирати слова, бо це буде вплив. Ну, не дай Боже, це буде вплив на правоохоронні органи. А? Люди, люди, люди вийдуть на вулицю і запитайте, Пашинський це бандит чи ні? Запитайте у людей, у всіх. Я даю вам 100%, 100 людей запитаєте, 100 людей скажуть так. Ну ви вийдіть, просто запитайте. Так я ж не до чого. Ви просто кажете, через що його, я ж не впливаю. Не впливаю, ну і все. Ітог, суд оправдав Пашинського. Наверное, просто так, конечно, это самый честный суд в Украине, ну, естественно, был. Это судебная реформа, которую провел Зеленский. Я думаю, вы все прекрасно понимаете. После этого он затихарился. Но затихарился, это еще не значит, что он не занимается вот такими вот делами. В то время, когда сейчас масса, поверьте мне, я сам нахожусь в Америке, у меня есть выходы практически на все, что угодно, абсолютно легально. Я не могу ничего продать, потому что во-первых, они опасаться будут иметь со мной дело. Во-вторых, вы же прекрасно понимаете, что нужно знать, с кем контактировать, за отказ, за все остальное. Никто там не ставит интересы нашей армии и нашей страны прежде всего, и тем более победу. Там сразу на повестке дня заработать. А если Украину оккупируют, мои бабки будут в офшорах, два чемодана в руки, семью взял, погнал. Поюзал Украину, выжил ее как лимон, потом уехал. Чем, собственно говоря, если верить этой статье, занимается господин Пашинский, который, в принципе, все свои деньги и всю свою карьеру построил на таком вот решалове. А кто у нас министр обороны? А, Резников. А если копнуть в прошлое, там, юридическое, Резников, Пашинский, это же все Бют, там, Власенко, все эти терки, это все никакие не новые обличия, это все старая гвардия, которая уже давным-давно грабит Украину. Ну как здесь не вспомнить ту деталь, которую вообще никто почему-то не упоминает? Когда был Майдан, Пашинского остановили на выезде в машине, начали осматривать машину, досмотр. У него в багажнике была винтовка, именно в то время, когда расстреливали людей на Майдане. Про Майдану затримали машину, в якій в багажнику була зброя. Ну, принаймні, так всі кричали, так от можете подивитися, що це зброя, і на ній було щось на зразок глушника. От, що хочу зазначити, що люди... Це автоматична гвинтівка. Здається, що так, хтось говорив, дивіться. І одним з перших біля цієї машини був народний депутат України Пашинський. Ось, він зробив осмотр цієї гвинтівки, потім закрив машину, як ви бачите, він наказав людям, які були з ним, сісти в цю машину, і вони поїхали. Хоча, треба відзначити, і це можна почути на відео, що люди кричали, куди ви їдете, стійте. Що це за машина? Давайте понюхаємо, глушник чи стріляли з цієї зброї чи ні. Але ніхто їх не слухав і машина поїхала. Цікаво, що цю машину, вона з київськими номерами, що її затримали саме активісти Євромайдану. Вони не випускали її, хоча вона стояла приблизно, вона стояла, я так розумію, що годину, мабуть, вона стояла під час цих збройних сутичок. Це Інститутська вулиця навпроти, просто навпроти кріпосного провулку. Вона стояла припаркована під будівлею, а потім зірвалася і поїхала. Її зупиняли два рази. Перший раз перевірили документи у водія цієї машини. Вони перевірили і відпустили, але буквально на кілька хвилин знову почались якісь там у них, ну, можливо, розбірки, я не знаю. І ми знову туди прибігли, і тоді вже відкрили багажник. Все це спешно в пресі замялось. Ви ж розумієте, що там, ну, ніхто нам нічого не розкрив, не розкроє. Є речі, які, запам'ятайте, ніколи в Україні не будуть як би доведені до кінця. Це вбивство Павла Шеремета, це розстріли на Майдані і взагалі все, що відбувалося на Майдані. Ми ніколи з вами із офіційних істочників не узнаємо правду. Но факт этой зафиксированной винтовки был. На кого и с кем работает этот человек? Может, с какими-то спецслужбами? Мы с вами не знаем. Но определенная цепочка, как вы видите, сейчас выстраивается. Украина опять в роли дойной коровы выступает. И вы все, каждый из вас, дойная корова. Подпишитесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал. Это крайне важно, поверьте мне. Это продолжение моего YouTube-канала.
Я сегодня выкладывал, спасибо в очередной раз Юлии Глушко, как где-то на Закарпатье, значит, Фразора, 500, по-моему, 65 миллионов гривен на какие-то дороги. Это сейчас важнее всего. 565 миллионов гривен. Но в то же время они 250 миллионов собирают Федоров всем миром давайте собирать деньги. Вы должны понимать, что вы уже заплатили налоги, вы выполнили свой долг, и я тоже перед государством. Эти налоги тратятся неизвестно на что и неизвестно куда. У них еще хватает совести уже как ливку оббирать людей и еще такие сборы сейчас объявлять. Но в конце войны и уже сейчас все мы стали беднее. Многие потеряли родственников, друзей, имущество. А чиновники, все их семьи живы, они живы, здоровы, процветают, богатеют. Но сборы вы, пожалуйста, друзья, сбрасывайтесь. Вы считаете это честно и это правильно? Вы считаете, что такая страна может добиться успеха? Извините, что я так бегаю с темы на тему, но вы же должны понимать, что это все связано. Или все и все на победу, а об этом я отдельно расскажу. Кстати, сразу хочу анонсировать. На этой неделе, возможно, даже следующее, завтра будет видео про экономические диверсии в Украине, которые делаются официальными лицами. И это явно, просто очевидно делается против народа Украины на разрушение Украины. Те вещи, которые говорит Зеленский в своих ежедневных выступлениях, особенно сегодня. Давайте пойдем дальше и посмотрим, чем занимается окружение Зеленского. Я хочу также анонсировать, многие, может быть, не знают, сейчас внутри офиса президента идет война. Такая негласная, между Арахами и Ермаком. Война влияния, война кланов. Ну это не война, а давай-ка я буду делать реформы в Украине, что-то лучшее буду делать в Украине. Нет, это война за ваши, за наши деньги, за деньги наших западных партнеров. Победа где-то там. Эта победа, в принципе, им нужна только для одного. Не потому что они любят Украину, как мы с вами, а просто чтобы юзать дальше корыто, помощь, повторяю, западных партнеров, осваивать эти деньги. Вот это единственное, для чего нужна Украина. Это, она не нужна для того, для чего она нужна нам с вами. Потому что это наша родина. И это же надо, когда уже все забыто, всплывает Пашинский. Друзья, вы представьте просто сумму 350 миллионов долларов. Я вам напоминаю ту информацию, которую постоянно сейчас, и вот недавно пресса обсуждала, что с Министерства обороны выведено 36 миллиардов гривен. Миллиард долларов выведено в никуда, какие-то предоплаты. За вооружение, которое мы, конечно же, не получим. Надо еще, кстати, проверить, не участвуют ли там вот эти вот компании Пашинского. Я, естественно, не знаю этого. И тут я не могу вам, ну вы тоже читали, наверное, не рассказать эти слухи, которые ходят, что все-таки Резникова будет снимать с министра обороны. И почему-то вдруг пошел такой слух, что нужно обязательно поставить женщину. Кто-то пишет, что это требование Запада. Невозможно от Запада такое требование. По той простой причине, потому что никакие гендерные условия Запад не может ставить. Просто потому, что здесь такие ценности. Поэтому это какая-то запускается пушка, и чувствую я, что они реально рассматривают на эту должность Верещук. И если это произойдет, мы с вами все будем скучать по Резникову, потому что это будет означать уже просто окончательный провал, окончательный коллапс логики и здравого смысла в управлении нашей страной. Это еще не все. Я попрошу вас, пожалуйста, в комментариях обязательно написать, помните ли вы вообще, кто такой Пашинский. И ваше мнение насчет всего происходящего. Мне просто интересно, и я хочу вас попросить, давайте перенесемся, скажем, смоделируем ситуацию на полгода вперед. Я еще раз, я на стримах говорю, но аудитория не всегда пересекается. Хочу предупредить каждого, кто находится в Украине. Осень, зима будет крайне тяжелой. Заготавливайте генераторы, пауэрбэнки, думайте о том, как отопление организовать у себя дома. Будет очень тяжелая зима. Россия сделала выводы, путинская вся эта свора сделала выводы, они клепают дроны полным ходом, они увеличивают мощности, они хотят устроить настоящий террор в Украине зимой, они хотят добиться того, чего они не добились в прошлом году, они хотят сделать блэкаут. Пока здесь думают, как пилить и каждый свой кусок урвать, там настроены переломить ситуацию на фронте. Вы видите, особых успехов, к сожалению, контрнаступления пока нету. Будем надеяться, что хоть что-то нам удастся вернуть. Запад уже полным ходом, западная пресса пишет, что уже весной будет еще одна волна контрнаступления. Хотя неправильно это назвать контрнаступлением, это наступление. А я вот переживаю, чтобы Россия не пошла в контрнаступление. Вы видите, какую группировку они собрали под Купянском. Но мы торгуем оружием с Пашинским. А президент говорит, все либо в ЗСУ, либо в тылу, но все на победу. Давайте все на победу. Чего ж вы, господин президент, хотя мне неприятно даже вас так называть, не используйте всех людей, которые способны принести практическую пользу,
на благо страны сейчас. Забыть все вот эти вот раздраи, каждый полезен на своем месте, кто-то на фронте, кто-то не на фронте, но на благо, на победу, на одну цель работаем. Никто не работает на победу. Все работают, сотый раз повторяю, еще 100 раз повторю, все работают на свой кошелек. Каждый день вы получаете эти доказательства. Каждый день, напоминаю, 2 миллиарда гривен в сутки через Прозоро тратится в Украине на невоенные цели. Да, это местные бюджеты в том числе. Но это же тоже все государство. Местные бюджеты наполняются с налогов бизнеса и людей. Друзья, что происходит вообще? Кто мне объяснит в этой ситуации? Я напоминаю, 1,5 года идет война. Вы в здравом смысле верите, что так можно победить такого соперника, как у нас? Да, там тоже распил, там тоже воровство, но там людей и денег намного больше. И деньги там свои, и оружие там свое. А нас датирует Запад. И скажите, чего добиваются они? Вот в статье New York Times указано, что не поднимается скандал, просто чтобы не подыгрывать русским нарративам. Ну, кулуарно они, конечно, Зеленскому подают списки. Вы знаете, уволь вот этого, здесь коррупция. Я не знаю, как там они отбиваются. Может, даже уже кто-то и коррумпировали кого-то, я подозреваю, не будем называть фамилии, и вошли в сговор. Но я не хочу больше этого делать. Я тоже осторожничал, и то вырезают с контекста, что-то вырывают, чтобы не совпадать с русскими нарративами. Так какое предложение встречное? Сидеть, делать вид, что этого не происходит, потому что боятся попасть под русские нарративы? А может быть, вот эти мрази под русские нарративы попадают? Вы не хотите задать такой вопрос? Вскрывать проблему, вскрывать гнойник и эту гниль во время войны, когда страна на грани выживания, это и есть работать на Украину. А затихариться и делать вид, что ничего не происходит, делать хорошую мину при плохой игре, вот это подыгрывать Путину. Вот это подыгрывать Путину. Я Резникова не назначал, я за Резникова не голосовал. 73% проголосовало за Зеленского, делегировало ему право управлять страной. А он, в свою очередь, взял и делегировал права Ермаку, который будет, кстати говоря, влиять однозначно на назначение министра обороны. Давайте мы же не будем детьми. Сейчас министр обороны, Министерство обороны – самое хлебное место в Украине, вот в этом вот смысле. Там не может быть человека, как и нигде, в принципе, даже вне системы. Это будет мощнейший человек, который будет частью системы, и процессы будут происходить, может быть, не так в тупую, как сейчас, но, в принципе, плюс-минус одно и то же. Ермак будет на это влиять. Я рассказывал, Ермак сейчас везде. Мы с вами его не делегировали. Президент выставляет у себя в Инстаграме, как они с третьей штурмовой бригады, Белецкий там указкой что-то по военной теме на карте показывает. Они крупным планом берут Ермака, наверное, готовят его на выборы, преемником Зеленского. Они Ермака показывают. Человек допущен к гостайне. Глава офиса президента допущен к гостайне. Это мыслимо или немыслимо? У нас нет, как в Америке, должности вице-президента, госсекретаря. Глава офиса президента не может быть допущен в гостайне, на мой взгляд. Как вы думаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Они его везде пихают. Это какие-то братья-близнецы, не разлей вода. Что вообще происходит? Кто-то из вас голосовал за Ермака? Скажите, пожалуйста. А те, кто отвечает за закупки, по моей информации, Министерство обороны, замы Резникова, ставленники Ермака. И там, друзья мои, такие суммы, ну вы сейчас услышали. Поверьте мне, я предприниматель. Мы это детский лепет на лужайке на фоне этих сумм. Но только нам нужно рискнуть, проделать огромный объем работы, проявить талант, креатив, трудолюбие. А там нужно всего лишь, получается, быть поцом, оказаться в нужном месте, беспринципным человеком и распиливать деньги и украинцев, нас, налогоплательщиков Украины, и западных партнеров. Вы же видите, европейские деньги туда идут на счета. Красиво? Это, конечно, надо умудриться так обуть весь мир. Это надо просто умудриться такое вычудить. Такое, пожалуй, возможно вот в Украине, в России, где-то в Беларуси, еще в других постсоветских странах, но только не в балтийских. У меня просто, когда такое вижу, руки не опускаются, но приходится очень вообще хорошо думать, что делать дальше, какой у нас выход. Это еще раз и еще один аргумент. Завтра распадется Россия, умрет Путин. Вот это все останется. Вот эти все проблемы, вся эта гниль останется. Потому что у нас внутренний враг гораздо более опаснее для нас, чем Путин. Потому что Путина даже можно победить, как оказалось. Переломить ситуацию, показать, что чудеса даже какие-то случаются, можно сказать. А вот с этими справиться? Но это надо еще осознать, что эта проблема есть. Половина страны в розовых очках. А вы покажите это видео с Зелеботом. Может быть, хоть на процент что-то поможет, хотя вряд ли.
Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подпишитесь, поставьте колокольчик. Дальше будет много интересного. Пока.